Всем добрый день! Вы на канале вязания Ангелина Азимов. Сегодня у нас, смотрите, какая работа. Паучки. Мы с вами их любим. Я их вязала несколько вариантов. А здесь мне попалась на глаза схема двойных паучков. Очень интересно. Я, конечно же, сразу связала, потому что эта идея достаточно интересна. Вяжется, как наши паучки, но они такие в двойном размере. И получается достаточно интересная шаль или бактус. Предлагаю посмотреть, связать. Тем более, что у нас есть схема. А схема, это, знаете, попадается очень нечасто. Поэтому у меня слонимская пряжа. Достаточно часто я ее применяю. Мне она очень нравится. И мы начинаем с вами вязать от центра. Набираем воздушные петельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И начинаем вязать 3 столбика, 3 воздушные петли и 3 столбика. Набрали 8 воздушных петель, замыкаем в круг и вяжем нашу боковую группу, я бы сказала, которая вяжется всегда. 3 воздушные петли подъема, второй столбик, третий. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще 3 столбика. В самом начале вяжем таким вот образом. Так, что у меня тут ниточка расслоилась, бывает. Вот, начало положено, идем дальше, смотрим, что нам схема предлагает. Провязываем еще 3, 2 воздушные петли, 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 воздушные, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли. Вот. Это третий ряд. А мы сейчас свяжем второй ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд. Пока паучков нет, мы просто вяжем 3 воздушные петли, повернули вязание в это же место, вкалывание, вяжем еще 2 столбика, 2 воздушные петли, в центр опять повторяем наши 3 столбика и 3 воздушные петли. По центру у нас будут идти всегда 3 воздушные петли, а между группами, не по центру, по 2 воздушные петли. Провязываем второй ряд. Так. 2 воздушные петли. В самый последний столбик провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И еще провязываем третий ряд точно таким же способом. 1, 2, 3. То есть вяжем 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика, 2 воздушные петли и в центр. Вот мы провязали первый ряд, второй и третий ряд вяжем все точно так же. Провязали 3 рядочка. Раз, два, три считаем. Раз, два, три. Вот 3 рядочка. Просто 3 столбика, 2 воздушные петли. Теперь начинаем вязать паучка. 3 воздушные петли подъема. В это же место провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и еще по краю, в начале и в конце у нас будет всегда эти две группы, такая вот боковая группа, две группы по 3 столбика, 2 воздушные петли, всегда-всегда. Теперь начинаем вязать узор. Набираем 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и столбик с тремя накидами. Раз, два, три. Между вот этими группами. Это наш первый паучок с вами будет. Что хорошо в этом узоре, всегда идут 7. Всегда 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И просто заканчиваем центральной группой, которая точно так же, как и в начале и в конце, идет из 3 столбиков, 2 воздушные
3 воздушные петли в центре и 3 столбика. Повтор. Первая половинка, она первая и вторая всегда будут одинаковы. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Столбик с 3 накидами. Воздушную арочку. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И провязываем 3 столбика. 2 воздушные петли и 3 столбика. И поворачиваем в обратную сторону. Провязали. Вот наше начало паучков. С одной стороны, со второй. До конца ряда довязали, повернули. Опять боковые группы 2 связали наши. Вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь хочу показать схему. Здесь идут не просто столбики без накида. Вот наш паучок первый. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Дальше все вяжем так же. Потом увеличиваем. Уже у нас будет 3 столбика и 2 воздушные петли. И еще разочек вяжем точно так же. Последнее увеличение. 4 столбика без накида, 3 воздушные петли. Вот. А потом уже мы немножечко меняем. Увеличиваем нашу боковую группу. И немножечко меняем здесь. А пока вяжем 3 рядочка таким образом. 7 воздушных петель провязали. И вот здесь вот у нас перед столбиком с 3 накидами вяжем столбик, воздушная петля, столбик. Такой наш паучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наша центральная группа, которая остается всегда неизменной. 3 столбика. Три воздушные петли, 3 столбика. Семь воздушных петель и вяжем паучка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Вот. Еще 2 рядочка провязываем абсолютно одинаково. То есть мы каждый раз здесь вяжем столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. И еще раз. 2 раза мы прибавляем. Потом немножко меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Довязываем нашу боковую группу. И еще 2 рядочка паучка наращивая по центру столбики. Гоу, просто видео. Довязали до паучка, боковую группу я уже упускаю. Вот, столбик без накида, воздушная петля. Вот наш столбик. Там, где была воздушная петля в первом ряду, вяжем столбик без накида. Воздушная петля и за столбиком вяжем еще один столбик. Вот, то есть паучка увеличили. В следующем ряду еще разочек увеличим. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Вот просто видео. 4, 5, 6, 7. После того, как мы провязали еще один рядочек нарощенных столбиков, получилось у нас 4 столбика, 3 воздушные петли. Вот. После этого мы начинаем увеличивать, больше не надо, будем уменьшать. И сразу в этот момент мы начинаем вязать нового паучка. Что это значит? Мы добавляем в нашу группу боковую и центральную, 3 столбика, 2 воздушные петли, еще разочек. То есть мы вяжем уже не 2 группы по 3 столбика. Так, ниточка не очень слушается. Не 2, а 3 группы. То есть добавляем. Вот.
В этом ряду мы добавляем 3 столбика, а в следующем ряду у нас уже будет 4 группы. А потом 5 будем добавлять. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И там, где у нас столбик, мы его пропускаем. А там, где воздушная петля, вяжем столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля и столбик без накида. То есть сокращаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И добавляем еще. То есть мы вяжем уже не в центр, а перед центром. 2 воздушные петли, а теперь уже в центр вяжем 3 столбика. Это у нас будет по центру, а в самом начале у нас 3 группы. Вот это нужно обязательно запомнить. Или посмотреть по схеме. Схема хорошая, читаемая. 1, 2, 3. И точно так же мы провязываем обратную сторону, вторую. Она абсолютно идентичная нашей первой половинке. То есть вяжется еще одна группа из 3 столбиков. И паучок уменьшается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрим нашего паучка, один столбик пропускаем, а там, где воздушная у нас петля была, провязываем. И довязываем до конца, не забывая, что вот здесь будет еще одна группа из 3 столбиков. Итак, мы довязали рядочек, 1, 2, 3 группы, поворачиваем вязание и вяжем уже 4 группы. Вот это нужно запомнить. В тот момент, когда мы начинаем уменьшать паучка, мы добавляем вот эти 3 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять уменьшаем. Один столбик пропускаем, а там, где у нас воздушная петля, вяжем столбик и столбик. 2 столбика, 1 воздушная петля. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. И увеличиваем еще по центру тоже группу из 3 столбиков. Как это выглядит на схеме? Вот таким образом. У нас с вами, смотрите, 1, 2, 3 было, да? Потом мы начинаем вязание паучка. Доходим до уменьшения. 1, 2, 3 группы, 1, 2, 3, 4 группы из 3 столбиков. А здесь у нас идет уменьшение. А здесь раз, по центру 1, 2, 3 группы. Вот это нужно запомнить. Вот. Схема хорошая, читаемая. Вот. И алгоритм действия достаточно понятный. Как любой паучок, сначала идет на увеличение, потом идет на уменьшение. Довязываем. Все точно так же. Итак, у нас с вами новый ряд. 1, 2, 3, 4 было у нас группы. Теперь мы вяжем 2 группы и начинаем нового паучка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик с 3 накидами. Все, как мы вязали в самом с вами начале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем группу одну и свяжем 2 группы. В самом начале и в самом конце. То есть мы провязали 3 столбика, 2 воздушные петли и добавляем еще вот сюда 3 столбика. Вот что должно получиться. Вот новый паучок. А этого паучка, который у нас уже есть, мы должны закончить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По центру мы провязываем 1 столбик без накида. 1, 2,
три, четыре, пять, шесть, семь. Перед группой из трех столбиков вяжем еще одну дополнительную группу. 2 воздушные петли и еще одну. То есть наш паучок начинается и заканчивается обязательно вот такой группой. 2 столбика, вернее 2 группы, 2 группы, 2 группы. Вяжем нового паучка. 1, 2, 3. В шахматном порядке, да, у нас вяжется 4, 5. 6, 7. Столбик с 3 накидами между группами из 3 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вяжем в самый центр центральный наш мотивчик. 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. 1, 2, 3. Еще 3 столбика. И следующую половинку вяжем абсолютно одинаково, как и первую. Всегда все вяжем одинаково. Вот таким образом. У нас будет один паучок начинаться, второй заканчиваться. И еще раз начинаться. Вот. Точно так же мы вяжем все здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик с 3 накидами. Арочку между вот этими группами нашими. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в следующую арочку провязываем. Столбики с накидом мы не пропускаем, а сразу как есть по факту вяжем. 2 воздушные петли и еще 3 столбика. То есть здесь все точности, как мы и вязали. Вот. 7 воздушных петель, столбик сюда без накида. 7 воздушных петель. Наша группа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если идет уменьшение, то группа из 3 столбиков вяжется перед вот группой. Если идет расширение, то она вяжется за группой из 3 столбиков. Мы с вами вяжем 2 группы, это обязательно. Они будут разделять паучков, вот эти 2 группы из 3 столбиков. Вот. Одного паучка провязали, а теперь нужно следующего, нового начинать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик с 3 накидами в арочку между нашими группами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 2 группы из 3 столбиков. Начинаем новый ряд. Провязали опять 2 группы, 7 воздушных петель. У нас тут только-только новенький паучок. Мы его вяжем. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Это вязали, знаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Идем дальше. Пропускаем вот наш 3 столбика. Уже вяжем не внутри, а за столбиком. Когда у нас паучок растет, мы вяжем за группой из 3 столбиков каждый раз. А когда у нас идет уменьшение, то мы вяжем впереди группы из 3 столбиков. Вот это самое важное, что нужно запомнить. 2 воздушные петли и еще 3 столбика. Получается, тот паучок, который у нас заканчивается, вот, мы вяжем 2 группы с ним. Это у нас последние столбики. Паучок заканчивается, поэтому мы вяжем 2 воздушные петли. И 3 группы. Все, паучка мы с вами завершаем. Мы его не вяжем больше. Вот таким образом закрыли. Все. Вяжем нового паучка. 1, 2. И еще одну группу из 3 столбиков.
Все, про паучка забыли. Теперь у нас идет новый паучок. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И наш новый паучок. Столбик, воздушная петля, столбик. Довязываем боковую, вернее, центральную группу. Вот так должно получиться. Между паучками 4 группы. И схема все время повторяется. Не бойтесь начинать, пробовать и вязать, потому что схема все время повторяется. И она у вас перед глазами. Вот. Можно вот так ее расположить и провязать одного паучка, если хотите. А если интересно, то уже и второго паучка добавить. Чем схема и хороша. Все столбики, вот, понятно, да, они? Две группы, три группы и четыре. Как только четыре группы связали, идет новый паучок. Четыре группы идет здесь, четыре группы идет здесь. То есть это понятно, и смотрим схему, не путаемся. Довязываем нашего паучка и идем дальше. Что должно получиться у нас? Давайте посмотрим. Вот мой более, так сказать, расширенный вариант вязания. Паучок идет один, потом идет два, потом идет три и так далее. Все паучки повторяются. Один уменьшаем, второй увеличиваем. Все. Надеюсь, видео было полезным, понравилось. Пишите в комментариях. Всем огромное спасибо. До новых встреч!